Профсоюзный кинематограф. Такую тематику на этот раз выбрали для предстоящих спортивных соревнований ко Дню профсоюзного работника. «Гарри Поттер», «Граф Дракула», «Бриллиантовая рука» и другие шедевры мирового кинематографа воплотят в жизнь представители первичных профсоюзных организаций. В мероприятиях, проводимых профалмазом, команда дошкольной организации «Алмазик» всегда участвует с охотой. Решили не оставаться в стороне и на этот раз. Костюмы для болельщиков по тематике они начали шить еще задолго до спортивных стартов. Мы долго думали с нашими молодыми специалистами, что же бы интересное добавить какую-то изюминку, да, для наших болельщиков. Потому что уже эти хлопушки, пищалки уже настолько приелись. И идея пришла у нашего молодого специалиста Самуила Анастасии. Она у нас занимается вот таким хорошим делом. И вот она дала нам такую идею, мы решили сделать красивые игрушки, можно сказать, кукольные. Так наши болельщики будут болеть за нашу организацию. Профалмаз отмечает свой профессиональный праздник веселыми стартами в пятый раз. Каждый раз тематика мероприятия меняется. В 2017-м ее переурочили к столетию Октябрьской революции. В прошлом году к чемпионату мира по футболу. Нынешняя тематика – профсоюзный кинематограф. Естественно, у них должна быть атрибутика этих фильмов. Ну а болельщики, это само собой, это уже полет фантазий в соответствии либо своим фильмом, либо супергероев, которые они хотели бы, любят, знают, и действительно, которые у них яркие такие впечатления, они будут представлять. То есть я надеюсь, что именно это направление будет очень интересное в этом году. Поэтому посмотрим, как наши профсоюзные лидеры, наши профсоюзные работники умеют фантазировать. В этом году впервые в работе арт-комитета мероприятия примут участие молодые профсоюзные активисты. Это участники форума «Алмазный резерв». Уже через полторы недели команды встретятся в спорткомплексе «Кимберлит». И мы узнаем имена победителей нынешних веселых стартов профсоюза «Профалмаз». Анна Винокурова, Анна Брянская, Алексей Меркулин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».